Почти 80 спортсменов со всей страны приедут в Югру на первый этап Кубка России по биатлону. Об этом говорили сегодня в Ханты-Мансийске на ежегодном совещании тренеров. Напомню, 10 югорских биатлонистов вошли в основной состав мужской сборной Югры. Старты пройдут в Ханты-Мансийске с 4 по 10 декабря. Кроме того, сегодня на совещании утвердили принципы отбора и комплектования сборных команд Югры для участия в первенстве России среди юниоров, а также поставили календарный план зимних соревнований. Добавлю, в ближайшие 2 года международных состязаний по биатлону в Югре не планируется. Это связано в первую очередь с теми санкциями и с теми скандалами допингами, которые происходили в биатлоне. И для того, чтобы получить какие-то международные соревнования, проведения в любом месте России, в любом регионе, нужно сначала нужно, чтобы Союз биатлонистов России восстановил свои права в Международном союзе биатлонистов.